Поставлена точка в земельной тяжбе в ауле Тугускен. Находящиеся в собственности одноименного опытного хозяйства 2048 гектаров земли будут переданы сельчанам. Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев и глава региона Гульшара Абдикалыкова обсудили вопрос на встрече с тугускенцами. Решение принято в пользу пайщиков. Напомним, ранее из 15 тысяч гектаров земли опытного хозяйства Тугускен 13 тысяч гектаров было передано пайщикам. На балансе осталось 2048 гектаров. Сельчане требуют вернуть им и эти земли. Помогите нам вернуть наши земли. Мы хотим сами работать на своей земле. Тяжба длится уже давно. До сегодняшнего дня вопрос никак не находил своего решения. По итогам обсуждения Ербол Карашукеев объявил решение в пользу пайщиков. Земли будут возвращены сельчанам в полном объеме. Опытное хозяйство ликвидируется, его пассивные площади будут переданы в госсобственность. В хозяйстве есть техника. Эта техника будет передана институту рисоводства имени Жахаева. Когда необходимо, можно будет сдавать ее в аренду. При наличии денег можно будет и купить. На собрании собравшиеся также потребовали полностью обновить состав земельной комиссии. Аким области дала соответствующее поручение. Обновите комиссию, пусть в нее войдут представители этого аула. Таким образом, в этом земельном споре поставлена точка. Айзда Маратқызы, Қозы Көрпеш, Шасар Аулы, Рамазан Жусупбек, Турихан Кожахметов, телеканал Кызыларда.